Дорогие друзья, меня зовут Антон Чейз, и я не спал всю ночь, потому что ждал выхода DLC к FIFA 18. Конечно, можно было спокойно лечь спать, потому что само DLC выходит в 2 часа дня, но на самом деле у меня просто сбился режим, но это вообще не важно сейчас, только я выпью энергетики, чтобы не заснуть. О, хорошо. Это все не важно, чуваки, потому что чемпионат мира в России, и даже больше скажу, чемпионат мира у меня дома, потому что DLC скачано и готово к употреблению, сейчас мы его заценим. Да, я буду болеть за них, дайте мне Криштиану Роналду, я тогда буду за EA Sports болеть. Или же что? Итак, красивое свечение, друзья. Ну, блин, рейд хороший, кстати. Не надо мне про химию рассказывать. Так, о, Саша Головин, прикольно. Фагнер, Стариш. Ни одного португальца. Так, в итоге вот такой вот состав у меня получился. Не знаю, зачем я выбирал боление за Португалию, если в итоге я играю все равно за россиян. У меня в основе аж целых 6 русских. Это плохой знак. Так, я тут выполнил одно тухленькое СБЧ. Один футболист в паке. Но там может быть кто угодно. И, как я понимаю, такая херня. Но, блин, какие же красивые карточки. Прямо... О-о-о, кто же это? Аргентина? Месси? Нет, конечно же. Легенда КВН, Гузман. Да, этому паку и вправду можно поставить двойку. Но я думаю, что эту шутку поймут только те, кому, как и мне, за 50. Чувак, иди подальше от меня. Сейчас это имеет некий смысл. Чутка состав усилить. Что это такое? Экраны? О, я не знаю, тут также опять Россия. Смолова, давайте я... Нормально, нормально. О, и... Блин, хотел сказать, типа, вау, русский стадион, но других стадионов здесь вообще нету. Все, я вообще забываю об обычной Ultimate Team, потому что мне вновь падают экраны. Уууу! Кейн. Позязя. Или Решфорд. Кейн, это же 87! Хо-хо-хо-хо! Вот это хорошо, чуваки, волкаут! И опять волкаут, чуваки! Ну, может, не волкаут, конечно, экраны. Вдыхаю. Франция! Зе Умтити, сейчас какой-нибудь Умтити, ой, Рами. Я считал, что он трахается с Памелой Андерсон. Это было бы здорово лет 15 назад. Так, и я уже не удивляюсь очередным экраном. По-моему, какое-то было интересное красное свечение, или не показалось? Форвард? Гризман? Блин, ну блин, Мбаппе, это тоже здорово. Мбаппе плюс Кейн — это машины. И Гюндоган, и Маркиньос. Какой симпатичный пак. Опять экраны, я не удивлен. В первые часы играю. Испания, ПФА. Только не Деулафе, он Сусо из Милана, окей, окей. Не узнал. Богатым будет, но в любом случае богатый. А буду ли я богатый с таким паком? Ну нет. Очередной пак, и вы не поверите, друзья, снова экраны. Блин, вот. Ну вот, немножко сердце ёкнуло из-за того, что я вырвал Португалию. Может быть, чётко подкрутили бы мне. Надо был бы неплохой буст Криштиану так сразу заиметь. Но вместо этого Черешев, окей. Вновь у нас, скорее всего, даже может быть Волка. Простите, простите, ЦАП, кто это может быть? Жульяно. Что, он похудел в Турции? Как-то он, когда играл в Зенит, был по мордасе. То есть экраны в каждом паке — это, конечно, замечательно, но Валькавит было бы неплохо занести. Немец Зе Батенг. Это Батенг, я вам говорю. Красиво! Так, и что там еще притаилось за широкой спиной Батенга? Па-па-па-па-па-па-па. Силва, Джонс, ну такое себе. Может быть, парочку Валькавитов занесете мне, а? EA Sports, я, в принципе, не против какого-нибудь Гризмана, какого-нибудь Неймара, какого-нибудь Марсело, тоже здорово. Нет, это... Так Сандер зачем не поехал, алло? Или поехал? И почему понизили в рейтинге? Он что, так плохо отыграл за Ювентус, что ли? Джан, Хазри, бедуины какие-то. Какой модный парень. Рэпер, что ли? Так, это интересно. Это охеренно, это сука, это, блядь, это как? Это как? 90, сука, 2, ебать! Я был уверен, что это будет какой-нибудь Аркадио Шмилик. Хо-хо! Не хватает монет? Покупайте их у проверенного продавца. Быстрое обслуживание и низкие цены. Александр Месси. Ссылочка в описании. Так, еще один пак.
Окей, то, что тут волкауты в каждом паке, это нормально. А вот без Дракслер, да, или Ройс. Ну, Саны, это тоже не слабо. Так, чуваки, и апофеоз сегодняшнего видео. Я собрал СБЧ на кумира. Без лишних слов, просто открываем кумира. В первый же день, в первые же секунды. Там могут выпасть, конечно, некоторые не... Франция. Блан! 91 рейд, по-моему. Ну что ж, друзья, в общем, по итогу моего первого захода, не сыграв еще ни одного матча в новом DLC, я собрал вот такой вот состав. По-моему, очень и очень солидно смотрится. Давайте, если сейчас вы поставите нормально так лайков, ну, допустим, не знаю, 50, а может быть даже и 56, ну или 1500, то уже завтра я выпускаю новое видео по этому DLC, где мы сыграем в дивизионах или какие тут вообще режимы онлайн, я пока не знаю, только драфт видел. Ну и на этом всем удачи, всем пока, не болейте.